был себя весьма интересным. Или ветка, не знаю, показалось. Стало, но небольшая часть материала... Звуки сиреноголового, спасаемся. Ребята, всем привет, сегодня я хотел бы с вами посмотреть такой интересный канал, как Зомби. Час 3.5 миллиона подписчиков, между прочим, это кошмар, как много. 10 призраков, это, ну, паранормальные вещи он снимает. Поглядываю иногда его канал, но иногда так охота посмотреть. И почему бы с вами не посмотреть? 10 гигантских страшных монстров. Давайте посмотрим. Поехали. И уже в начале видео что-то мистическое, да. Огромных гигантских мифических существ вы можете увидеть не только в голливудских фильмах, но и в реальной жизни. Некоторые из этих монстров могут показаться фейком, что не есть на 100%. Но в большинстве случаев это фейк, какой-то монтаж, как по мне. Доказательством его существования. Все эти видео, которые вы сейчас увидите, вас шокируют и испугают. А нет, может и испугает, да, ну, кто знает. Для успеха этого я видео, постараюсь не пугаться. Который собран в нем, вам нужно всего лишь поставить лайк. Да, давайте поставим лайк. От начала до конца. Ну, и ему видео тоже поставим лайк. И у нас 10 гигантских мифических монстров, снятых на камеру. На мамонта похоже. Если тебе нравится проверять свои нервы на крепкость, любишь сидеть в уюте, попивая чай и смотреть, как другой человек мучается в самых ужасных местах, какие вообще... Ну не совсем, не совсем. Этот канал для тебя. Психологически... А, его второй канал, все, мой понял. Второй канал просто честный. Может и посмотрим, если вам зайдет. Этот случай произошел в США 28 апреля 2000. Глаз бога. И усики еще видны. И нос. Монстра. Сложно сказать, что именно это было, но появилось возникновение в небе, в частности, именно из мрачных облаков. Ну, какая-то иллюзия, скорее всего. Данный случай даже попал на видео, размещенное в... Облака так сдвинулись, и как будто появилась иллюзия глаза. Случилось нечто таинственное. Рта. Не называется даже штат. Однако известно, что главными свидетелями страшного монстра... Ну все равно, да, жутковато, жутковато. ...видео стали местные жители, супруги в возрасте. Пенсионеры наблюдали за молниями в вечернее время суток, заметив в определенный момент в небе что-то непонятное. Через секунды им стало ясно, что тучи скопились в контур головы инопланетянина огромных размеров. Ну, возможно, я соглашусь. Может, всякое быть. Ноябрь, 2016 год, Китай, Пекин. Просочившийся в интернет видеоматериал из китайского... Ноги сиреноголового, как по мне, фигуру, прям напоминает. Над Пекином. Ну, я не знаю, что сразу такое. Сразу же засекретили китайские службы. Позже это видео было удалено с новостного портала, но небольшая часть материала все же сохранилась. В этом видео мы не знаем, можем ли мы предполагать, что это НЛО или внеземная форма жизни, движущаяся в небе над Китаем. Опять же, да, всякое может быть, но мне кажется, вот эти ноги, как будто ноги, и что это вообще, ноги сиреноголового. Кажется, что китайская армия расследует и контролирует, ну, вряд ли, это вряд. Инопланетное создание. Выглядит прям как в каком-то голливудском фильме. У меня нет дополнительной, кстати, информации, да, по этому видео, так как основная информация по этому явлению была удалена. Причина неизвестна. Вы видели там вертолет такие маленькие? Что это подлинное видео, но оно чересчур выглядит правдоподобно. Решайте вы, фейк или нет. Мне кажется, фейк. Не знаю, честно. Но странно. Что такое? В Южной Америке неожиданно... Анаконда или что это такое? Обнаружили гигантскую змею, которая неожиданно появилась из водной глади. Согласно имеющейся информации, длина аномального существа составляет 15 метров. Застывшая тушица предпочтение выдать монстру своего присутствия 15. И не двигаться, пока суперзмей уберется с глаз долой. Анаконда была замечена на отмеле реки, да, Сагури, анаконда, которая такое протекает в Бразилии. Местные жители каждый раз молятся, чтобы не встретить подобную. Ну так не знаю. Что-то не по себе стало. Так движется еще. У меня мурашки пошли, серьезно. Смотрите, вам видно или нет? Информацию. Ведь если рыбаки не преувеличили габариты... Не, жутко реально. Речь вполне возможно идет о виде, который давно считается вымершим. Дело в том, что именно в Южной Америке
обитала самая огромная в мире змея, не надо, получившая название Титанобоа, чьи останки находились на континенте. Может ли быть анаконда родственник этой исторической змеи? Как думаете? Пишите в комментариях. Ладно, всё. Не, ну вот это вот 2 сентября 2015 года неизвестный огромный силуэт существа мелькнул и уронил здание. Это произошло в Чикаго, США. В городе очень густой туман и тяжело что-то рассмотреть. Видно только высокоэтажные здания. Не, вот где туман, мне кажется, всегда это какой-то монтаж. Там легче какой-то монтаж сделать. Он достал камеру и начал все записывать. Снимая все происходящее, пятно, да? Он подумал, что вот-вот и наступит конец света. Портал. Звуки сиреноголового. Спасаемся. Да нет, дым какой-то, Не, вот это уже фейк, это тут что-то просто. Упавшее здание его не особо испугало, так как автор видео подумал, что его просто снесли, и ничего в этом такого нет. Вообще, я что-то пропустил. Походу. Этот момент. Ща. Мы видим, как появляется в тумане на мгновение огромное существо. Взмахом чего-то, хвоста или крыла, оно рушит здание и исчезает в тумане. Какая-то чересчур фантастика. А, во, все. Возможно, я пропустил что-то, просто звук убавлял. А этим моментом воспользовались и силуэт огромного монстра нарисовали. Но что бы это ни было, фейк или не фейк, видео получилось действительно атмосферным. Ну, как сказать? Никто не знает, что американская армия делает в этом видео, которое сняли в 2014 году. Подробная информация по этому видео в открытом доступе отсутствует. Мы видим, как два солдата опустились на колено во время взрыва какой-то бомбы. Все здесь чересчур странно. Похоже, что бомба не поразила цель, так как поднявшаяся пыль от взрыва опустилась, и мы можем увидеть гигантское, круглое, полупрозрачное существо. Не, а его медуза как будто бы. Тренировка с использованием новых технологий. Гигантская медуза. Ну не, реально похоже. Монстра, похожего на гигантскую медузу, появился... Да, медуза, я угадал. ...от взрыва. Другие говорят, что это вовсе не учение, а настоящий медуза с инопланетным существом. Слушайте шум, который монстр издает. И скажите мне, как думаете, этот звук исходит от оружия солдат, или это ужасающий рев настоящего монстра? Группа друзей отправились ночью в лес, дабы получить заряд адреналина. Сначала на видео ничего не происходит. Ребята смеются. Ох, ночью на машине. Не самая лучшая идея. Начали происходить какие-то странные вещи. Шум из леса, звуки сирены. Когда услышали, что страшный звук очень близко, то они решают бежать. Но как только остановились, гигантский монстр, примерно 11 метров в высоту, стоит перед ними. Сиреноголовый? Существо, похожее на популярного выдуманного мифического монстра, сиреноголовый. Они бегут в машину и собираются уезжать, но монстр преследует их. Почти уверен, что видео абсолютная постановка, ведь те же лица... Не, там прям сирена была видна сверху. ...абсолютным удивлением и страхом, но все же ролик получился весьма интересным. Или ветка, не знаю, показалось, может. Да не, вот это уже что-то не очень. Какой-то монтаж какой-то. Не знаю. Не, а вот стоп. Вон, нам опять... Чего? Не, ну я работники не знаю. Нефтедобывающей платформы в Мексиканском заливе, используя глубоководный аппарат, засняли огромных размеров существо, которое вполне могло бы претендовать на роль инопланетного существа в научном фантастическом триллере. Глубоководный кальмар,
которого иногда называют длинные рукава, вырастает до 15 метров в длину и обладает тонкими упругими щупальцами, которые, как считается, в 15-20 раз больше. Продолжаем смотреть. Ранее взрослую особь никогда не удавалось заснять или поймать, но на редких кадрах, записанных нефтяной компанией Shell, видно, что обитатель морских глубин похож на пришельца. Редкий кальмар был обнаружен на глубине более 2000 метров еще в ноябре 2007 года. По мнению ученых, кальмар использует свои длинные руки, чтобы схватить или поймать еду на дне океана, хотя до сих пор никто никогда не видел, как именно это происходит. Да. Идем далее. На этом видео засняли доисторического аллигатора. Когда кто-либо увидит рядом аллигатора размером со средний автомобиль, то как минимум быстро убежит. Но не эти смелые туристы во Флориде, недалеко от американского города Лейкленд. Совсем рядом возле туристов невозмутимо прошагал гигантский аллигатор. Видео с рептилией размером с небольшой автомобиль опубликовал один из туристов в сети Facebook. По оценке специалистов, длина рептилии составляет до 5,5 метров, а его вес может достигать 350 килограмм. Местные жители окрестили гиганта «Мистер Горбатый». На видео видно, что «Мистер Горбатый», кажется, совершенно не обращает внимания на... «Мистер Горбатый». Прям как я. После просмотра этого материала, некоторые пользователи решили, что это фейк. Другие посчитали, что на кадры попал настоящий гигантский динозавр. Вы будете... Это не похоже на фейк уже. Это действительно подлинное видео. Это какой уровень монтажа надо, чтобы так сделать? Вряд ли это монтаж. Чего? Не, ну это не похоже на монтаж, согласитесь. На этом видео неизвестное существо, чем-то напоминающее огромного дракона, летит в небе над Северной Америкой. На этой записи можно заметить, как огромный дракон, размахивая крыльями, летит над крышами домов. Автор видео рассказывал, что услышал какие-то странные визги. Не, ну да, необычные крылья какие-то. И заснял это. Ну вот это уже как-то на фейк смахивает. Этого гигантского монстра обнаружили японцы в Саганском заливе Восточной Японии. Они прозвали его гуманоидным существом. Это создание первоначально было обнаружено японскими исследователями. Глаза видно сразу. Прям сразу. А это видео предположительно взято из японского агентства по морской науке и технике. Как можно заметить, морское существо имеет белые глаза, а его тело состоит из множества тонких стеклянных волокон. Ну это уж понятно. Больше всего пугает его ехидная улыбка. Монстр абсолютно не двигается, как будто вот-вот улыбка? Собирается напасть. Я что-то не вижу улыбку. Все интересные, шокирующие, не вошедшие в это видео и в другие видеокадры, которые YouTube не пропускает, вы можете найти в телеграм-канале. Паша тоже. Его тоже Паша зовут. Вот такое видео получилось, мне зашло. Да, я немного отвлекся, но мне в целом зашло. Подписываемся на Пашу Чеза. Я впервые увидел то, что его зовут Паша. Прикольно. Ну. Спасибо, что посмотрел. Пока.